Thank you.
Слушайте, у вас тут фигурки тапишут. Фигурку? Ну, я это самое, ну. Так. Уже уж. Женщина? Нет, маленький ребенок в курточке зеленой. Ребенок? Да. Уж извините за стукачество. Thank you.
У нас нет цели для этого.
Thank you.
Алло, алло. Гуляю. Слушай, приехал вот это, обхохочешься до метро, опять рывки начались. Опять по воде проехал. Ну я до метро доехал. Еще подумал, еду, думаю, лишь бы в пробке не встать. Пробка была, сегодня же рабочий день. А мне что-то из головы вылетело это. Да нет, ну вот как у нас тогда было, залило датчик водой, наверное. Потом постоял. Ну, она не рычала, там эти обороты гуляли. Почему зарычала? Ну как у нас с тобой было, постоял, опять поехал. Ну, до метро доехал, поставил машину. Ну. Так а я не понимаю, что так и должно что ли быть? Я вот что-то не понял. С датчиком. Черт его знает. Надо узнать не у кого. Надо там поставить от бировки надо колпачок поставить. Он такой, знаешь, вытянутой формы. Надо будет бировку у тебя взять, ну, бухты, банки. Вырезать и сверху его поставить и прикрутить. Чтобы туда вода не попадала. Да и все. Ну, я то же самое все уже видел, 10 раз. Ну, это то же самое украшение. Какие-то палантины повесили. Ну, наверху вот такие, знаете, эти гирлянды. Ну, такие, как будто палантин вести, знаешь. Я не помню, в том году так было или не было, черт его знает. Да ничего особенного нет. Ну, так и у меня подход так же будет красиво. Ну, еще там все то же самое, видишь. Ну, да. Народу много, видишь, рабочий день, я забыл совершенно, что рабочий же день. Ну да, да. Загул, да. Ага. Ну не знаю, я посмотрю это. Да, сейчас до Дворцовой дойду, до обратно, я не пойду там по каким-то улицам, я уже был, мне уже тошнит, честно говоря, от всего этого, не знаю. О, да нормально, я уже забыл даже думать-то. Не, сразу же нормально. Может быть, была ложная тревога. Чё кто его знает. Я не знаю. Сложно судить. Обрадовались вчера, сколько наелись, что мороженое ели или не ели. Не, мороженое, слава богу, я не ел, ты ела. И тебе хоть бы что. Это в пятерке. Там все через одно место. Ну хорошо, что одно взяла. Хорошо, что я отказался. Конечно. Нет, ну оно 40 рублей. Нет. Оно не может. На палочке оно никогда не было дешевым. Что? Оно всегда было дорогое. Нет, стаканчик. Мы брали. На палке. А я не помню, брали, но какую-то другую марку мы брали. Я не помню, честно говоря. Да. Вот я у Казанского собора, но елка как в том году. Ну, это такая, знаешь, ну, это смешная, обычная совершенно. Да фонтан это Эрмитажный, как его, парк, как это, сад или Эрмитажный, сбоку от Эрмитажа, это Адмиралтейский проспект, и Эрмитаж, и там дальше Дворцовый мост. Это там вот эти фонтаны. Ну, не знаю. Я уже видел 100 раз это. Мне вообще безразлично это уже. Поэтому... Да. Ну это вот эти папуасы из России приехали, им-то все интересно. А мне-то что это? Слушай, ну ладненько, мне, ты знаешь, у меня батарейка разряжается, я не хочу, чтобы батарейка была полностью разряжена. Вот. Все, я даже телефон сейчас поставлю на полет, чтобы, ну, не тратить. Но он разряжается, он постоянно включается сам и разряжается, понимаешь? Телефон. Вот. Ну я поеду, я тебе позвоню. Вот. Ну и хорошо, у меня ключи есть различные. Есть. Да. Вот. Пойду сейчас. Давай, все. Ага.
Здравствуйте, меня Терпила зовут. Что вы снимаете здесь? Вы фиксируете? Merci.
Mm-hmm.